Сыра были или нет, да? Я бронебойные взял. Аляха муха, с них я не убиваю самолетики вообще. Да, в принципе, на этом Берри не могу этих самолетиков убивать. Они меня это... Кружат и убивают. Да, вот типа быстро и на 2-2, но... Я там на 5 игр... О, я не могу вниз повернуть. Прошу заметить, всего 2 месяца играю. Я-то о таком мечтать не мог за 2 месяца, так что не знаю, что сказать. Я другим занимался эти 2 месяца. Видите, какой у меня самолетик? Прикольный, мне нравится. Так, все, поиграл. Показал свой новый самолетик, который мне дали на халяву. Надо его играть на 2.3, а я играю на 5.7. Да, он быстрый, но только повернуть не могу. И снарядики непонятные. Вот давай обратно трассера поставлю. Да я вроде трассера даже брал, мне пристреливали собаки. Просто в лобовую стреляешь, и пофиг. Бивакует так и так. А, блин, странник. Ну, блин, я забыл опять. Сейчас. Сдохну по-быстрому. Я привык один играть. Сантар, приветствую. Здорово, здорово. И за 2 месяца взять кадр 52-го, ну это пипец какой-то. Это жесть. Это просто жесть. Первые 2 месяца я сначала шведов качал, поигрывал. Без всякого према, вообще даже не задумываясь. Потом начал советские танки щупать. Потом взял прем на шведов. Там понеслось, там начал уже стримить. Любимые соседи. А сегодня заебали, музыку 2 раза врубали, утром и вечером получается. Ну почти под вечер. ВВМ Панцера еще в первый месяц выкачал. Братан, у тебя есть свободное время вообще, не? Или ты не слазишь? Охренеть, а. Охренеть вообще. Нафиге. Ладно, держаться. Ну ничего, ничего, меня на микрофон немножко промат до хера. Скоро пойдет в ход. Я микрофон на сотку вырубаю, микрофон у меня все слышит. Поэтому нет проблем, как говорится. И я, наверное, никого отсюда опять не убью. 3-4 часа максимум в игре, 4-5 дней в неделю. Братан, я по 4 часа играю. Чё-то я Т-80 БВМ с К-52 не вкачал. Странно, да? Не, ну чуваков нету. А это был враг, Беттер. Почему там 4 его не заметил, жопой. Странно, даже я у него... Ребят, у меня рядом был Беттер, он сюда заехал. Где звук? Где, сука, звук? И звуков не было. Он прямо за горой рядом со мной был. Сейчас уже бритов немножко подкачал.
сначала. Какая же я большая херобора, а? Настолько неудобно. Не хочет никак. Не туда, не сюда.
вот смотри, сейчас выйду, он опять там стоять будет. Нравится, чем на предыдущем, потому что, к примеру, я когда качал советов, я стремился все ввысь и ввысь. А там было с третьей и с четвертой, блин. Я терпел фиаско. Но, тем более, у них пушка одинаковая, как на Инессе, втором. Два светляками разбили, блин. Нормально стоял, держал. Хмулем я не смогу на него стрельнуть, да? Блин, я хмуль летит быстро очень. Это тот самый чел, который меня разводили. А потом, когда я купил премиум танк 55-ку, я поиграл на ней не так долго, как хотелось бы. И примерно на 87, а там я еще больше страдать начал. Через ПТшки.
Не через эти, не через японские танки. Вот они и понравились. А вот попробовать раз и японский танк, такой говно, блядь. При месте с японцем я начал еще и самолеты качать, потому что раньше я вроде катал ветку без самолета, а сейчас самолет начал катать. И у меня у японцев уже есть 3-7 самолетик. Да. И швальба есть на 2.0, которая мне нравится. Правда, огроменная. А чё ты мне вот так задницу торчать будет? Кому-нибудь захочется ринуться, да? Дай проверим. А почему ты сныкался? Тебя обижают, да? Меня обижают, да? Вот самолетиков за британцев у меня нету. Я бы себе отметил, братана. А у меня сына пометчик сдох. Вышка из сухи ракнула. Нормально. Запригласись. Хорошо. Да, еще эти снитки за британцев тоже бесит. Мне только одна понравилась снитка. Такая машинка такая маленькая с пулеметом. Только один бок нормально, который пускается. Которая снитка со мной в сетапе, вот это вообще на какой-то упы придумал. Настолько огроменную ярбор, который не убивает танк, не стреляет, не может стрелять нормально на этих самолетиках. И после отстрела 100 патронов, КД полчаса. Ну, разве что там Falcon будет, но то, что сейчас это сидит, который у меня в данный момент, а вот они просто говно. Просто говно. Особенно вот это вот, который ППР подходит. Все, на тебя летит самолет, ты зарядился, все, тебе кобзда. И типа
спасает, а. То, что она большая, тоже не спасает. И танк не пробивает, херня, короче, полная. Жесть. Как и в Ютубе.